Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре кредит по карте МИР «Деньги и все» от Почта Банка. Достаточно интересное такое название, именно банк не говорит о том, что это кредитная карта, а именно кредит по карте. Ну а по сути, если это перевести на русский язык, получается обычная кредитная карта, но с определенными нюансами. То есть по ней возобновляется кредитный лимит, да, как по карте с овердрафтом, ну или по кредитной карте. Платеж составляет 3% в месяц от суммы кредита, то есть никакого льготного периода по этой карте нет. То есть вы сразу оплачиваете в месяц 3%, да, если есть задолженность. И, соответственно, получаете возможность пользоваться картой дальше, то есть пока не израсходуете весь лимит. Значит, тарифы по карте. Кредитный лимит максимальный может доходить до 220 тысяч рублей. Ежемесячный платеж 3%, процентная ставка 10,9%, и выпуск и обслуживание карты бесплатно. Ну и вот здесь я предлагаю посмотреть тарифы более внимательно, потому что на рекламных страницах там только выдержки из тарифов, а есть документы, прилагаемые, в которых информации побольше. Ну и вот здесь что мы видим. Срок действия карты 60 месяцев, и кредитный лимит начинается от 50 тысяч рублей и доходит до 220 тысяч рублей. Но в наш век это довольно-таки мало, хотя человеку, который не имеет возможности копить какие-то деньги, даже такие небольшие, ну, в принципе, ему будет нормально. Но нужно учитывать, что карту эту вы не получите, если вы по доходу не проходите. То есть, если вы не можете обслуживать кредит хотя бы в 50 тысяч рублей, то вам, естественно, эту карту не предоставят. Кредитный лимит устанавливается индивидуально, и здесь каких-то таких рекомендаций, ну, дать невозможно, потому что система расчетов у банков, она достаточно, ну, серьезно засекречена. Обязательный ежемесячный платеж мы сказали, но здесь нужно добавить, что сюда же прибавляется задолженность по неоплаченным комиссиям, если таковые имеются, за исключением комиссий, уменьшающих доступный кредитный лимит, но не более задолженности. Значит, перевыпустят карту вам бесплатно, если просто истек срок, а если вы, например, ее повредили или потеряли, придется за перевыпуск заплатить 100 рублей. Значит, комиссия дополнительная за оплату товаров и услуг не взимается. То есть, если вы платите картой, никаких проблем. Если вы снимаете наличные, там особенная будет система тарифов. Процентная ставка по кредиту на операции оплаты товаров и услуг начинается от 10,9% годовых и максимальная 19,9%. То есть, в этом диапазоне будет установлено индивидуально. Получение наличных здесь что? Комиссия за выдачу наличными собственных денежных средств, например, если вам зарплата приходит на карту, да, она будет отдельной, там идти строкой, отдельный баланс будет показан, и там комиссия не взимается. Если же вы снимаете наличные за счет кредитного лимита, тогда будет 5,9% от суммы операции. И процентная ставка при снятии наличных, она тоже будет увеличена. То есть 10,9% годовых — это минимум для таких особенных клиентов. И вот 29,9% — это максимум. То есть в этом диапазоне будет установлено. Сразу скажу, что приоритет будет отдаваться зарплатным клиентам, им процентная ставка будет поменьше. Поэтому, если есть возможность перед приобретением карты, переведите зарплату в Почта Банк. Лимит на операции получения наличных денежных средств составляет 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому как бы сильно с этой карты не поснимаешь. Ну и здесь тарифы по совершению перевода, платежи в пользу бюджетов, переводы различные там. Ну то есть я сейчас это все озвучивать не буду, достаточно много здесь информации.
по данной карте? Ну, скажу в общем, что каких-то особенных таких плюшек по этой карте вы не увидите. То есть здесь ничего, таких каких-то сверх крупных комиссий нет, но и каких-то таких особенных подарков вам банк тоже по этой карте не сделает. Главный минус, конечно, этой карты в том, что она не имеет льготного периода. То есть это как, ну, обычная карта с овердрафтом, вот как на Западе, да, принято, то есть их использовать. Поэтому я как бы лучше бы взял, честно говоря, кредитную карту, бояться их не надо, потому что если правильно пользоваться кредитной картой, она вам принесет только радость и никаких разочарований. Если вы же не умеете контролировать свои доходы, не умеете пользоваться кредитной картой, то и кредит по карте «Мир, деньги и все» вас не выручит, поверьте мне. То есть тут еще хуже, тут овердрафт есть, да, платеж ежемесячный есть, а льготного периода, как по другим кредитным картам, нету. В описании к данному ролику вы найдете ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.